Расскажите подробнее, как вы вакцинировались? Выработались ли антитела? Ну, нормально. Я еще в прошлом году прививки сделал. Вот, пришел, сдал анализы. Анализы посмотрели. Там, конечно, несколько странно все это, что типа в пятницу сдал анализы, а в среду тебе сделают прививку. Может, я заболею за это время. Но ничего не случилось. Вот, сделали прививку. Через 3 недели, если правильно помню, сделали вторую. Ничего, абсолютно ничего не почувствовал. Вообще ничего, как водой. То есть никаких этих. Там знающие люди звонили, проверяли, как там у вас. Не сказали, что это там что-то необычное у многих, то ровно то же самое. То есть люди вообще никак, организм не реагирует. Ну и вот. А выработались ли антитела, без понятия. Я потом анализов не сдавал.